И сегодня соглашение о взаимодействии в такой тонкой сфере, как семейные отношения, подписали Чебоксарско-Чувашская епархия и имени Юст Республики. Сегодня названы регионы Российской Федерации, среди которых идут хорошие показатели по сохранению наших семей. По Приволжскому федеральному округу Чувашская республика занимает второе место. Все везде, все приходят, все помогать должны. Не то, что вот Чебоксары, везде. Да. Для этого священники им нравится нас воспитывать и объяснять. По соглашению священнослужители будут встречаться и проводить беседы с семьями, которые еще только собираются вступить в брак, и теми, кто испытывает кризис в отношениях. Молодым семьям будут оказывать психологическую поддержку. Также стороны запланировали совместный проект «Сохраним семью».